Привет, Игорь. Привет, Дейзи. Ну вот, собственно, мы продолжаем наши бандиты. Да. Снимать стрёмные приключения, блядь. Давай, иди сюда. В прошлой серии мы вот нашли вот это вот крутнёвое место и построили тут вот такой, такой бункер. Точнее, я построил, а Дейзи добывал мне ресурсы, помогал. Ага, давай спускаемся. Ой, смотри, сейчас пришёл! О, нифига! Ё! Я у него пол обоймы выпустил. Чувак. Ё! Он такой лежит еще, знаешь, как я не знаю, как кто. А, чувак. Я обделался. Чувак, ты бы знал, как я обделался. Спускаюсь такой вот. Походу, тут мой памперс теперь полный. Чувак, понимаешь, что-то если он заспавнился в мире, то он все время теперь будет спавниться в мире. Да, весело будет. Ладно. Так, смотрите, значит, Эмират поубивал дофига криперов, и теперь у него есть МТ. Все дела. Это чей пистолет Макарова? Это мой. А твой? Смотри, пошли тогда по спин, да? И взорвем там все эпичненько так. Давай. Только я боюсь, что эта хрень снова придет. А не придет, но он обкекался, он идет зализывать свои раны. Угу. Все? Да. Блин. Все, я его закопаю. А пока ты какой-то полицейский. А? Потому что номера у меня не спросил. Все, значит, сейчас мы будем равнять эту землю, гору эту с землей. Да. Иди сюда. Я помогу тебе. Одним способом, под названием ТНТ. Смотри, скинь мне несколько ТНТ. Нет, я сделаю это сам. Смотри. Я профессиональный подрывник. Не-не-не, не так часто. У тебя же... А, у тебя... У меня их использовал, у меня их несколько... Вот так, раз, потом два. Неправильно, надо вот так. Постепенно. Фиги, сколько же ты криперов побивал? У меня их довольно-таки много, поэтому можешь не беспокоиться, это моя забота. Окей. Потому что мы еще немножко играли, пока не записывали. Ну просто мы ничего не строили. Как это не играли? Мы играли. Ну я говорю, играли. Мы там немного с мобами побились. Но ну да. Мы не строили ничего такого. Вообще мы это записали, но мы это просто не будем выкладывать, потому что это получилось немножко неинтересно. Да. Потому что... Ну, так, ну что, ладно. Все, я выхожу. Все. Так, давай снимай это откуда-то там оттуда вот. Давай. Так, давай. Че, раз. Погоди, нет, я не заполз еще. Еще звук такой, знаешь, как будто теракт сделал. И такой, Аллах-Аймар. Да, вот этот вот звук. Сын, давай. Сделаешь на записи, да? Можно. На монтаже. Во, давай. Раз, два, три. Ой, нет. Еще раз. Раз, два, три. Убегай. Блин, ты что, все взорвется? Давай, как бы. Ё-моё. Какие взрывы. Какие спецэффекты. Бам. Блин, столько пороха потратили. Бабахнули тут все к чертям. Точно, у нас же есть Industrial Craft, у нас есть промышленные динамиты, бомбы. Которые в разы круче, да. Поэтому равнять с землей будет еще веселее. Да. Yeah. Собака, как он крафтится еще, погоди, надо посмотреть. Кстати, чувак, я его тоже скрафтил. Да? Да. Промышленный динамит или который? Промышленный, но он только один в этом. Ну да. Ну промышленный, кстати, не так уж и хорошо взрывает. Кстати, можем протестировать обычный динамит, как взрывает, и промышленный. Давай. Давай. Смотри. То есть сначала ставь промышленный динамит, да? Сейчас да. Будет немного тестов. Так, сейчас, вот это один промышленный. Погоди. Ставлю. Ау. Так, забираем. Давай. И уходим. Уходи. Ой, ты ё! Чего? Убил, но не взорвал. Он тебя убил? Да. Вот позорище. Хоть мои вещи там не подбирать. Нет, еще я не подбираю. Приличие. Ты конкретно меня обидел. Ты затихаешь. Антиудаун. Все, вон там тоже забери, слышь. Вот
Да-да-да. Мои лесенки, мои подрожки. Лук забираю, все забираю. Блин, сел слился. Да. Что значит одаренный человек? Ой, все, меня задолбало, эта гора, я вот так вот возьму сейчас и взорву. Ой, ты. А где мой редстоун? Сам факел. Обход взорвался, может это сделать? Кристалл, давай сделаю. Слушай, у тебя есть железо? Железный слиток один. Да, я сейчас сам его и сделаю. В смысле сделаешь? У тебя же нет печки, пошли к печке. Там же. Ты чё, выкакаешь? А чё, можно попробовать? Я говорю, железный слиток, а не эту. Вася, совсем что-то поехал. Да. У тебя же были ведь железные слитки, ты где? Дай один. Вася, а? Иди сюда. Где ты? Эй! Ты где? Ты где? Ай! Чё ты взрывай? Ай! Ай! Ты не сдох? Нет. Сколько у тебя хп-то? 8. О, зато я нашел одну полезниковую вещь, вот добывай. Ух ты, найс. Давай. Уходим. Ты чё? Ай! Ты чё здесь? Чё мне не сказал? Ой, я думал... Подбирай мои вещи, не подбирай. Я думал, ты услышал. А мне теперь главное выбраться из той ямы, в которую я залез. Теперь понятно, как ты взрываешь дворец, становишься на нажимную плиту. Ну еще бы, а как иначе? Иначе и не может быть, порядок должен быть. Ты вообще поехавший. Ты что ж такое-то? Чё ты там делаешь? Что ты будешь делать? Объясни мне, пожалуйста. Тебе бумажку принести? Да, принеси. Не только бумажку, а еще новое. А, нет, так ты этим? Ой-ой! Нет, не подбирай мои вещи. Ты прикалываешься, опять взорвался. Да. Ну что ж ты будешь делать-то, это обычный динамит или который? Это промышленный. А ты как думал? Думал, все так просто, да? Мне кажется, или обычный он это как бы получше взрывает. Возможно. Ай, погоди, да ты тут мои вещи. Ой-ой, кажется, сейчас взорвался. Нет, не взорвались. Чувак, погоди, давай обычно лучше повзрывай, потому что по промышленно как-то фигово. Он какой-то кровавый. Стой, стой, стой. Трам-трам-пам-пам-пам. Ставь эту динамиту. Лесенку из динамита и уходим. Оп, оп, я успел хапнуть. Ой, нет! Ложись. Ты че? Че? Ну только бы вещи не взорвались, объясни. Не, не взорвались. Не подбирай. Я не подбираю. Все, короче, давай дальше вручную уже копать буду. Ты копай, а я взрывать буду. Ать, ползи, 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 ползи. Айнста. Погодь. I'm trapped, them. Так, о, вот тут найс такой. Ух ты, вау, иди сюда, тут и не надо ничего, слышь? Ну, погоди. Тут ничего равнять-то и не надо, тут поляна, вон какая классная. Вообще, да. Ай, стой, вот тут твои вещи, слышь? Тут где я? Как она там может быть? Вот скажи, как они там могут оказаться? Здесь, иди сюда, сзади, 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 слева. Вот, вот я. Медные эти провода. Какахи мелкие. Так, у нас есть дерево? Нет. Так, нет, есть кинцевый стак. У нас вообще ничего нет, кроме желания строить и взрывать. Так, палка. Андрей, собственно, а можешь пока что сделать стол для крафта этой? А хотя нет, я отдельный ангар сделаю. Все, ничего не надо. Ничего не надо, Эмиральд. Так, ты сейчас взрывайся будешь, да? Да, I'm a trap, dim. Так, значит, мне нужна лопата. Коля, где лопата? Я не знаю, где лопата. Кто был ответственный за лопату? Ты!
Где лопата, Коля? Вот тут столько овец. А где лопата? Я не знаю, где лопата. Кто был ответственен за лопату? Давайте это спрошу у Даши, следопыта. Давай. Даже следопыт, кто был ответственен за лопату? Я не знаю. По-моему, это был Николай Должанский. Должанский? О, кстати, классная равнина. Да, вот я вижу. Живы-пы. О, классная равнина. Ну, да, бывает конкретно. Жиза. Успокойся. Что-то я конкретно переборщил с гормоном счастья. Да. И как он там называется, в общем, когда ты счастлив? Не знаю. Какой-то поехавший гормон. Поехал. Слышь, бери лопату и помоги мне копать. Помоги мне копать, помоги. Не помогу. Помоги, я тебе говорю. А я говорю нет. Чего нет? А фиг его знает. Так, железное быстрее копает, чем камень, да? Да. Угу. Да ладно, а ты будто и не знал. Нет. Ну, вернее, знал. И пацан. Или, может, не пацан, подпишись на канал, которого нет. Так, ты чё? Ты там взрываешь опять? Да, я там взрываю коров, пытаюсь взорвать, но не получается. Нафига как? О, получилось! Чувак, ночь, слышь, ночь, сейчас придёт опять этот какая-нибудь... Сейчас опять придёт этот ночной гость из паранормального явления. Да, типа такой незаметный пиар, да? Типа да. Ой, тихо, осторожно. Я тут чуть не упал. Не упал? Смотри, че я докопаю, пойду домой, потому что пробегут три веселых крипера и взорвут меня. Три веселых крипера? Да. И взорвут всех тут. Да. А ты чё думаешь? Ничего. Ой, как темно становится, ё-моё. Блин, если опять этот из глаза язык пойдет или какая-нибудь другая хрень, то я просто не знаю. Ой, как темно-то стало, ё-моё. Я не трактор... знаю, я не уйду отсюда, пока не докопаю. Даже трактор 2 не видно. Вентилятор. Это такой фнафер. Ты что там делаешь? Ничего особенного. Все, слушай, я почти докопал. Все. Беру факел. Саша, что ты делаешь? Беру факел и просто убегаю отсюда. Убегаю отсюда нафиг. Ай! Это ты! Скотина морская, это крипер! Какой крипер? Это крипер меня взорвал, скотина морская. Я его даже не увидел. Так эти меня, у меня еще факелов с собой нет. Вообще найс. Вот. Я тебе свечу. С меня еще кто-то взорвет и вообще класс будет. А ты подобрал свои вещи? А меня не... Не, он меня не взорвал, он не насмерть. У меня 2 хп осталось. Давай заходи. Апчхи. Так. Если... Вот пойдем, знаешь, вот завтра... Пойдем утром завтра, слышим, туда вот. Туда? Вот туда. Вот видишь, там где светится? Поехали, поехавший. Ты что делаешь? Ничего. Так. Ты говорил русский мясник читерем помаленьку. Я ложусь, а. Я охраняю. Что ты охраняешь? Сейчас придет опять этот ночной гость из паранормального явления. Героин с мотором. Героин с мотором. Ты героин с мотором, где у тебя ноги? Заставит нас отжиматься. Так, а ну встал, это моя кровать, я пошутил. Это моя кровать. Я пошутил. Ложись. Сейчас придет и покарает нас. Ну, тебя тоже. Опа. Еще такой... Такой прикольный, он бум. Ты. Не пришел, ты меня обманул. Он теперь не каждую ночь будет приходить. Слава богу, я только рад, честно. Рад, таракан. Таракан, я веселый таракан, Можешь пока что тут разровнять все, слышь? Вообще без проблем. Индустриализацией займи, слышь? О, кстати говоря, я пойду в шахту подобываю. Да, иди в шахту добывай. Я пока буду делать взлетно-посадочную полосу с ангаром там, тыры-пыры, с примочками всеми. Может, я, кстати, даже ракетный этот самый мешок сделаю. Какой ракетный мешок?
не мешок, а этот, как его, джетпак. О, джетпак, это было бы неплохо. Если ты успеешь найти алмазы, хотя там алмазы-то не нужны. Они не нужны алмазы, нужны только железо и редстоун, и еще пару всяких фигней, типа механизма. Ну, это без проблем я достану. А, типа самый первый джетпак такой, да? Самый первый, да-да. Это который вообще... Да исторический. Да. На нем еще предки летают. На нем еще в этом, в Первой мировой войне воевали. Джетпак. На нем летали, и такие, смотри, такие обычные прохожие думают, что это там летает? Это что, демоны, что ли, какие-то летают? А это, оказывается, солдаты летают с джетпаками. Ладно. Что ты несешь? Странная, на самом деле, вещь, но, в общем, как-то странно мы вообще мыслим, но, на самом деле, как вы понимаете, это была шутка. Не было там никаких джетпаков, да и тем более, какие джетпаки? Джетпаки появились, они вроде как... Они еще даже... вообще не появились. В жизни, да. В жизни ну, только фиг... водяные, знаешь, такие. Ну, понятно, что водяные. Знаешь, типа, у меня вот вопрос, а как в GTA вообще сделали джетпак, если его нет в жизни? Ну, чувак, ну это там выдумали, чё ты? Я думаю, он и в жизни... Я вообще, честно говоря, думаю, он и в жизни есть. Ну, возможно, есть секретная разработка, но... Нет, ну, в армейских, там, таких разных странах он точно есть. Знаешь, есть же такое, что от нас скрывают. Ну, да, например, зона 51. Да. Так, я... Ой. А где она, кстати, находится? Где-то в пустыне где-то. В Сахаре. В Сахаре. В Сахаре откопать можно. Такой, знаешь, такой пытаешься это, ну, помешать чай, это, чай. Знаешь, ложки там такой, сахар, здорово, такой этот, ну, помешатель решил, сахар, а там зона 51. Так, какая-то маленькая взлетно-посадочная полоса, что ли, надо еще что-ли сделать ее побольше. У меня земли больше, чем дерево. Так, у меня есть дерево? Нет, у меня остался всего один материал, да, джетпака. Ой. Это лазурит. Я его сейчас ищу. Лазурит? Зачем он-то? Он нужен для механизма. Моя лопата сломалась. Коля, где лопата? Я не знаю, где лопата. Кто был ответственный за лопату? Вообще, что за прикол, я не пойму. В чем прикол? Вот почему он вообще потерял лопату? Он что, настолько повар? Я не знаю, но там вроде не уклонился. Но... Настолько повар, потому что... Так. О, отлично, я нашел лазурит. Лазурит? Да. Так, ну, маленькая взлетно-посадочная полоса. Ё-моё, не хватает. Готово. Гадость. Гадость, его не хватает. Вот еще. Мне не хватило, мне нужно дерево срочно. Ну, поищи. Сейчас мне нужно это посмотреть, как крафтится тут для... Ну, для... Во, верстак для техники, как крафтится железные слитки и миски. Для фэнса, для фэнса, что ли? Да, при чем тут миски, скажи мне? При чем миски? Ну, в Сэнди Тубис же есть миски. Ну, а при чем... Слышь, а почему там зомби горит? Изы. Ты там в шахте, да, ползаешь? Да. Та-там-там-там. Курочка? Так. Курочка! Что это за звуки были? Курочка. О, ура, все, сейчас скрафтим. Чего скрафтишь? Реактивный ранец. Че, реально? Да, реально, так тебе быстро? Говорю. Да, я им нашел. На самом-то деле... Там его это заправляет... У тебя битбокс есть там? Тыры-пыры сделать? Битбокса нет, но мы его сделаем. Так ты что, все аккумуляторы на него потратил? Да. А как ты заправлять ты его будешь? Тогда делай битбокс, умник. И дерево руби, и все. Знаешь, смотрел ролик Мэдисона, короче. Ну, там, где он делал обзор на какую-то там игру, я не помню. И там он, короче, говорил, ну, когда он в полет, ну, не в полет, а когда он умирал. Ну, чё?
чем говорил. Сейчас я тебе покажу, короче. Ты сейчас где находишься? Я в аэропорту. В аэропорту будущем? Хорошо. Так. Что ты там делаешь, а? Ничего. Делай ботбокс, давай, умник. Слышишь? Ну, что слышу. Посмотри на гору, за которой ты стоишь. Смотришь? Где гора, за которую я стою? Ну, прям за тобой, вот, смотри на нее. Видишь гору? Погоди, ну, там, где дом наш, или? Да. Ну, а смотри, на гору смотри. Ну. На вот этот холмик. Ну, вижу. Я полетел! Я тебя не вижу. Ладно, смотри еще раз. Назад обернись. Ну. Я полетел! Как, чувак? Чувак, как? Как? В смысле, как? Он почему? Он у меня заряженным скрафтился, я ничего не знаю. Стой, погоди, можешь дать мне его на секунду? Пожалуйста. Причем что странно полный. А, это самый первый, который. Ну да. Ой, че, погоди, сколько там? 27, окей. 27 косарей. Ой, 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 стрёмно. Хара в невесомость летать, давай мне. Я улетаю. Я классно. А, ой, 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 я как, знаешь, как этот... Ой, блин, ты чё меня бьёшь? Я как этот, как Карлс. Я полетел. Дай мне железо, ты умник. Привет, малыш. Привет, малыш. Дай мне железо достань. Дай железо, дай железо, дай железо. Я улетел, до свидания, ты злой. Давай. Иди, слышь. Я иду в подвал, да, делай там все. Блин, чудо. Так. И миски вот так, да. Бэтбок же мы прямо в коридоре разместим, правда? Не, ты что, сделай там в подвале, знаешь, все. Хотя нет, ты прав, надо сделать подвал. Надо все как у людей, чтобы было. Ну что, не видишь? Ну тоже не люди, да. Все же мы люди. Так, погоди, так, вот, не, ничего. Так, смотри, вот, мы можем скрафтить какие-то танки. Ух ты, зенитки, танки. Зенитки, надо зенитку скрафтить и пойти бомбить хейтеров. Во, бипланчики. То чувство, когда ты в реальности видел зенитку. Ну, я тоже видел. И не только видел, еще и бомбил из нее. Смотри, хейтеров. Двойной же делаем, да? Так, значит, мы двойной, да, это двойной биплан делаем. Ты абсолютно прав. Так, значит, нам нужно две такие, эти крылышки, вот такие вот, KFC. Так, вот верстак, значит, делаются они вот таким вот образом. Так. И вот так. Так, одно крылышко KFC мы сделали. Нам нужно еще одно. А, вон там деревья как раз, все, найс. О, стоп, что это? В смысле, что это? Тут это лаги я. Просто. Тут лаги с генерацией. Вода просто плывет. Никуда не плывет. Ты что делаешь? А я тут расширяю, вот как ты меня просил, пространство. Ну, ты там подвал делаешь, тыры-пыры, да? Все правильно, и он, кстати, будет больше. Ну, классно. Слушай, я тут ангар делал. Короче, взлетная полоса наш второй дом. Заодно тут оказались, кстати, ресурсы, которые нам нужны для бэтбокса. Да? Что странно. В смысле? Что странно, как бы они на таком маленьком уровне находятся. Бывает. Так, смотри, второе крылышко делаем. Крылышко KFC. Да. А ты ел когда-нибудь крылышки KFC? Конечно, вот сейчас. Сейчас, дальше что нам нужно? Дальше нам нужен пропеллер. Пропеллер как делается? Пропеллер. А, железо, так, все. Я успею до ночи сделать, наверное. Так, раз, два, три. Так, вот так. О, пропеллер. Что еще нужно? Пространство. Хвост. Как делается хвост? Вот так вот, ага. Так, вот так хвост, что еще нужно? Ай, темно. Еще бы не темно, как тут должно быть иначе? Ага, и две такие вот держалки для нас, ага. Сейчас. Столько железа, эти не могу передать, вот бы нам столько в прошлой серии. А, просто, знаешь, делаем лодку, да, потом кладем лодку в крафт, да, и получаем деревянную держалку для нас, ну, сидушку эту.
Ну да. Просто прекрасный крафт. Смотри, сейчас будет у нас самолетик, понимаешь? Понимаю. Понимаешь? Понимаю. Ладно, вообще не суть. Так. Смотри, сейчас я сделаю самолетик нам, да? А, и что там нужно? У тебя железо еще есть, если что? Все, бэтбокс у нас есть. Так, а эти колесики, как делать колесики? Кстати, оно теперь не бэтбокс, а энергохранилище называется. Да? Да. Так, делаем еще одну лодочку. Чувак, у тебя есть кожа? Кожи нет. А жалко. Так, значит, только разместим. Так, тогда мне нужно найти корову, чтобы кожу с нее содрать. Ой, ты ее! Чё? На меня упал сток сена. Сток сена упал? Да. Отвечаю. Блин, есть овцы, да? Ой, ой, сколько зомби, тут рейд целый. На меня рейд. Чё, у тебя точно нет кожи? Точно. Жалко, стоп. Маленькое колесо, ага. Хорошо. Так. Привет. Привет. Здорово. Осталось только солнечную панель скрафтить. Так, сейчас посмотрим, что ты тут наковырясил. Ух ты, бэтбокс. Так, генератор сделай, слышь. Зачем нам генератор? У нас будет солнечная панель. Да хрен нам за нее просто делать дофига. Не так уж и дофига. Тут уже крафт. Через генератор быстрее будет все, давай. Ну, как знаешь. Давай на первое время генератор. У меня пока его нету, просто материалов для него. Это ты упал? Да. А ты как думал? Не кинетический, где обычный, как печка, которая была? Так, аккумулятор, ага, и У тебя есть железная печка? Железной печки нету. Ну, сейчас я ее скрафчу. Железные пластины, а? Так, сейчас скрафчу. Чё, сделай железные пластины. Я сейчас печку сделаю, у меня пластины есть. Тебе только печка нужна? Да. Пожалуйста. Сделал? Да. Ага, железная печь, спасибо. Дальше генератор. А, у тебя есть еще три железные пластины и аккумуляторы? Три? Три железные пластины и аккумуляторы. Есть. Давай. Аккумулятор. Так, сейчас аккумулятор. Значит, так, угу. Так, и вот так. Все, генератор готов. Поехали спать. Стой, и давай поставим генератор, да? Апчхи! Подзарядим наш бэтбокс. Иди сюда. Давай подзарядим наш бэтбокс. Иди, подключи его. Иди сюда. Ну. Давай, подзаряжай. Вернее, ставь тут этот, слышь? Ставь тут провод. Какой провод? Вот сюда вот, ну провод. Изолированный медный провод, окей. Вот. И вот, видишь, подзаряжается бэтбокс. Вижу. Это, о, слушай, деле, классно. Быстрее будет, чем солнечная батарея. Вот так вот. А у тебя кожи нету уже, да? У тебя и пусть подзаряжается наш. Кожи нету у тебя? Нет, кожи нету. Просто я хотел в этой серии показать бипланцам. Надо еще один генератор сделать. Давай. О, слушай, я же могу себе позволить. Да? Да. Слушай, давай тогда, слышишь, давай поспим, я сделаю быстро этот, ты сделаешь этот и закончишь серию. Ложись спать. Давай. Быстрей, ползи, у тебя же джетпак, ты же летаешь как муха, скотуха. Так и пролетел героин с мотором. Героин с мотором, ну а кто ты еще? Все, поспали. Фух, нам опять повезло. Надеюсь, да. Он не каждую ночь вообще приходить будет, этот ублюдок. Надеюсь. Так, сейчас я пошел искать коровок, да? Да. Пэм. Так, не, зомби, я не хочу с вами связываться. Так. Опа, скелет с луком. Скелет.
Фига, что это у меня залагало-то, алло? Ну, двойное питание у нас уже есть. Корова, корова. Я сделал второй генератор, у нас теперь есть двойное питание. Круто, очень круто. Криперы, криперы, нет, я ненавижу их. Уйдите. Скоро будем делать МФСУ. МФСУ? Да. То он же это, продвинутый супер такой. Да. Супер-пупер продвинутый. Все. Не, не все еще. Так. Через генератор, это, конечно, у тебя классная идея. Ну да. А потому что так быстрее просто будет, ну, для начала. Очень много энергии, кстати, он питает. Намного больше, чем панелька. Да потому что панель она за целый день накопит только полный заряд. Это... Да почему с коров высыпается... А, кожа, все. Все, я убегаю, извини, крипер, я не хочу... А хотя для динамита ты мне очень... Ай, нет! Чё, скелет ты это... Ай, нет, все, я пошутил, каменный. Я не хочу к вам. Самый каменный. Самый каменный. Придурок. Не надо так дышать. Ты человек не пер... Боже мой, давай ты... Теперь нам нужен дробитель. Дробитель? Чувак, я не могу вытащить из этого. Из гравия. Текс, 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 терелекс. Ёкарный бабай. Я не могу вытащить из гравия эту. Чувак. Кремень не могу вытащить. Ой-о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 й-
Что? То и что очень полезное. Чувак, у тебя нету кремния? Итак, я продолжаю. Собственно, я туда-сюда бегал, там, пока коровы, тыры-пыры, все для колес ушли и для двигателя. Ну вот. Я так долго ломал этот гравий, чтобы не выпало хоть что-то, но все-таки я сделал этот двигатель. Слышишь? Что? Обернись. Ой, тут этот летает героин с мотором наш комнатный. Ну вот, двигатель крафтится вот так вот. Мы все сделали так, ну, двигатель, поршень. А, вот. Да, кстати, я уже доделал свой великий план по энергохранению. Да, давай проверим. Очень мощную. Это заменит нам МФСУ на какое-то время. Потому что МФСУ очень дорогой в крафте, и делать его это очень трудозатратно. Ну, это нам надо копаться в пещере там. Это надо будет нам в пещере копаться минимум неделю где-то. А что у тебя отсюда? Да, так там ничего не трогай, потому что там у нас куча бэтбоксов. Бэтбоксы, да, стоят. Да. Ну вот, итак, собственно, мой дорогой Миральд, пошли ставить самолет, значит, наш. Вроде все готово для двухместного биплана. Пойдем, я тут один еще бэтбокс поставлю. А, стоп, у тебя есть уголь и железо? Ух ты, ё! Чё? Чувак, короче, под нашей вот этой вот подвалом, ну как подвалом? Под нашим каньон, под нашим капотом, аж каньон вот такой. Ну, есть. Слушай, давай в другой серии, в следующем спустимся, давай сейчас пойдем самолет ставить. Окей. Только для начала я еще поставлю здесь вот такое вот энергохранилище и заряжу немножечко свой... Пошли, а то сейчас темнеет, мы так и не полетаем на нем. Окей. Так, я думаю, надо будет еще как-то заправлять его углем, что... А, вот, стоп. Так, ну окей. О, канистра вот с топливом. Ага, вот так она крафтится. Давай еще я по-быстрому сделаю. Так, раз, два, три, четыре. Так. А еще вроде как не должно темнеть. Все. А нет, еще... Ну так, чуть-чуть. Ну так, не трать джетпак, он все-таки не вечный. Ну как не вечный? Вечный, но энергия нужна. Ну да. Энергия у нас пока что есть. Собственно, пошли. А ты не можешь меня никак привязать там, тыры-фыры, чтобы, ну, я на веревочке сдавал. Я мог тебя хукшотом прилепить, но у меня вылетает этот мод. Да. К сожалению. Это печально. Мы его убрали. Так, собственно, вот наша аэрополоса, такая, тут будет ангар, все такое. Да, да, довольно-таки найсово так сделано. Все, момент истинный. Так, биплан обычный, вот двухместный. Крафт. Кто будет управлять? Я его. Вот, я поставил, все, давай я буду управлять бипланом. Давай, полетаем. Так, давай, стой, выключай звук, только заранее. Надо поменьше его сделать, а то будет. Если очень... что, вдруг, если вдруг мы начнем падать, ничего страшного, я не разобьюсь. Ну, ты-то да. Стоп, а вот инвентарь-то тебе, тебе не поздоровится тебе. Как инвентарь открыть, погодь?
Инвентарь, инвентарь, погоди. Нет, это не то. А, во, нашел. На что на. Погоди. Какая-то. Во, на пи-пи. Фьюил. И канистру загружаем. Вот он у нас заправился. Ты готов, Хьюстон? Да, капитан. Тогда полетели. Ой. О, кто проживает на дне? Я не знаю, мне же страшно. Йо! Взлетай, взлетай, взлетай! Взлетай, скотина морская. О, все, полетели. Оторвались от земли, да. Все, ух ты. Ух ты, класс. Блин, это круто. Чувак, это реально круто им управлять. А я тебе что говорю? Класс. Это суперский мод, просто F1. Ой-ой-ой, какие лаги у меня. Ой, что-то лагает у меня. Ух ты, вау, посмотри, погляди. Смотри, ты чё руками так трясёшь? Погоди, мне надо еще приноровиться к управлению. Ой, там скелеты. Давай назад лететь, а то сейчас залетим, чёрт знает куда. Ой, давай. Блин, слушай, классно, ты видишь меня, да? Ой. Да вижу. Ты как-то проводишь. У нас что-то проблемы какие-то, да? Давай его попробуй посадить. Блин. Так, я буду идти на посадку, а то чувствую, ты сейчас разобьёшься. О, зацени летающий блок. Так, я немножко сделал звук. Так. А как опускаться, на что? Ай! Нет, я выпал! Эмиральд, ты где? Здесь я. Давай, иди сюда, на третий этаж. Значит, что мы добились в этой серии? Мы построили самолет. Мы убили страшного Джека безглазого. И мы что еще сделали? Тихо, не надо. Что мы еще сделали, Эмиральд? Я сделал джетпак, например. Садись, да, мы сделали джетпак, садись. И сделали систему в подвале. То есть теперь мы сможем усовершенствовать ее там. Садись на стул, чершила в одном месте. Да. Ну вот, собственно, вот бипланчик наш. На столе такой, знаешь, карманный. Знаешь, как в капсуле он застрял, и на него капнешь, и все, и он большим становится. Надеюсь, мы встретим еще каких-нибудь монстров из крипипасты и сделаем даже компьютер, да? Компьютер, чтобы он тут стоял, и мы призывали этих крипипастеров. Ну вот, всем пока, бандиты. До скорого. Про нормальное явление какое-то.